Мне уже 20 лет. 20? А как ты 19 перепрыгнул? Да, на глазах, посмотри. Народ взрослеет. Хорошо. Ладно, я вас познакомлю с девчонками симпатичными, в нашей школе много. Я это очень оценил, Михаил. Ты смотри какой, я сказал бы, я только учиться, мне не нужно, я как Хвостович буду там. Понятно. Хвостович, у Оли есть подружка для Саши? Найдем подружку. Хвостовича список, наверное, да? Ну а что, надо же нашим людям помогать. Он у нас создавал. В группе есть там у него тема. Вторые половинки, пишите сюда, он всех добавляет в базу. Собираем потиху для своего веб-сайта знакомств. Что-то Катя молчит. У меня и этот год, я закончила первый семестр хорошо в колледже комьюнити. Я наконец-то купила себе собаку, об этом я сделала еще. Собаку? Да. Как, пород какая? Шиба Ино. Я все пытаюсь как-то. А кто же кто с собачкой, когда Катя на занятиях? Кто с собачкой? На лисичку похоже. Да, собака, я помню. Ой, ты хороший. Мальчик? Мальчик, да. 10 Настоящий лис. Посмотри на него, прямо лисеночек такой. И сколько же сейчас собачки? Собаки знают какие, но это дорогая была, потому что это очень редкая порода. Говорит, от $1000. Да. Хороший, но он такой прям чувствуется, он проникся. Как-то тут на ручки идет так с достоинством. То есть для меня это было очень важно. Я с детства мечтала о собаке, но возможности не позволяют. А теперь это место важно. Муж даже согласился с этим. Так вы учитесь в каком направлении? Я хочу двигаться в направлении IT, веб-дизайн, график-дизайн и Python, JavaScript собираюсь учить. Ничего себе, девчонки пошли с нами. Вот так прям. Так даже как-то романтично так говорит, Питон. Нет, веб-дизайн классно, если бы творческая такая, да? У меня муж перед глазами, так сказать, так играет. Поэтому. Хорошо, да. Я вдохновляюсь его примерно. А там и работы, наверное, много у вас, да, в тех краях? Ну, есть Google, близок до главного офиса, Amazon. Ну, так, почти там типа стартапы и прочее. Ну, не так много, как в Силиконовой долине, но мы обдумывали вариант переезда в Силиконовую долину. Но у вас там на самом деле очень-очень-очень много компаний, таких, знаете, headquarters, очень больших компаний, там, может быть, стартапов, я не знаю, там насчет стартапов, но больших компаний очень много. Большие, да, есть. Но туда, чтобы попасть, уже ну да. Ну и образование, что, собственно говоря, является главной причиной, как бы. Хорошо. Ну, колледж мне очень нравится, наверное, даже вообще. Один из лучших экспириенсов за этот год, потому что я не ожидала, насколько здесь приятно и интересно учиться в колледже, насколько здесь профессора, насколько они профессионалы своего дела, насколько они мотивируют студентов. И мне нравится. Задания большие задают? Домашнее задание много, но настолько, чтобы ровно делать в свое свободное время. То есть не перенапрягать, но это настолько, сколько ты должен делать по своей нагрузке. Угу. Поэтому да. То есть на глупости всякие уже сил нету. А вот так занимаешься полезным делом. Хорошо.
А молодняк там? Братство, сестринство. Ну, пока братства, сестринства нет, но мы открыли клуб по фотографии, но с весеннего семестра. Я там буду секретарем. Я решила в это дело ввязаться, ну, так просто для опыта, общения как-то с американцами. Ну, говорят, что потом при трансфере это зачтется, когда буду отразить. А куда будете трансфериться? Ну, пока варианты просто рядом, у нас здесь рядом университет, а это технический университет, Фуллертон есть университет, есть Буква. Посмотрим, куда вы идете. Ну, надо средний балл. Ну, UCLA хорошая школа. Хорошо. Такая пауза возникла. Так, кто-то не доложился? Вроде бы все уже. Ага. Перейдем к планам на следующий год. Все. К New Year Resolutions. Кто что хочет сделать. Начинай. Начинай. Ну окей. Хорошо сказать начинай, но что-то, ну... Пока вот только вот переехали в Техас, так что планов пока таких особо больших нет. Ну, наверное, будем продолжать путешествовать, так как переезжали мы, потому что вот мы любим путешествовать, особенно путешествовать на машине. Вот, и нам с Флориды уже далеко было куда-нибудь ехать в новое место, поэтому мы решили переехать, чтобы опять путешествовать. Вот, сейчас через неделю едем в Денвер, в Колорадо, через Нью-Мексико. Ну и следующий год, наверное, продолжим путешествовать. На север немножко куда-то поедем, в Оклахому. А Техас хотим тоже объездить, он огромен, Техас. Я вот раньше никогда не обращал внимания, но вот когда мы сюда переехали, я посмотрел, что Техас, он, у него площадь как Украина. Вот. И его объездить, вот нам даже в соседние штаты, в Оклахому, в Луизиану, в Арканзас ближе, чем... в то же Эль-Пасо в Техасе. Так что, ну, на следующий год, наверное, пока путешествовать, ну и определяться, хотим ли мы здесь оставаться в Техасе или может думать куда-то еще. Ну, в этом году мы пока точно никуда ехать не будем, но на будущее, может, будем думать. Будем собирать плюсы и минусы, путешествовать. Вот так. Это, наверное, все. А дистанция лишь чувствуется тут как меньше, чем? Ой, дистанция это вообще, я не знаю. Ну, Техас огромен, Даллас Метрополитен, он просто огромен. Я не ожидал, что он настолько большой. Мы вот в Тампе жили, мы в Орландо ездили в Диснейленд. То есть Тампа, Орландо, два больших Метрополитена, отдельно вообще один от другого. Мы где-то ехали, ну, час, час двадцать, когда мы ездили в Дисней, так как у нас сезонные пассы были в Дисней. Час, час двадцать у нас занимала поездка с одного города в другой, с одной метрополитен в другую, в Дисней. Вчера мы ездили в Six Flags, тоже купили себе годовые абонементы. Six Flags в Техасе, в Далласе, он находится прямо в центре Далласа Метрополитен. Вот между двумя самыми большими городами Метрополитен, между Далласом и Форт Уорт. По центре между ними, в самом центре Metropolitan Area, находится парк Six Flags. И у нас заняло час, чтобы с нашего сабдивизиона доехать в парк. Это, ну, то есть с одной части Metropolitan в центр Metropolitan час езды. А что, на попёрли стоять? Ты не любишь арктические такие адские, насколько я знаю. Что-что? Там же вообще они дикие. Ну, мы решили... Американские горки, ты что, не любишь? Мы решили попробовать, там, ну, есть большие, но есть и поменьше, вот. А так как мы ходили в Дисней, мы решили вот сравнить, походить здесь. Тем более, ну, здесь дешево было. Нам, мы за $160 на двоих купили пас на целый год. Вот. Ну, два паса каждому за 160. За 160 два паса. Вот. В два парка, да. Это Six Flags и еще его водный парк тоже от Six Flags. То есть, ну, чтобы на целый год было что делать, когда там
нечем заняться, поехали в парк погуляем, просто даже погулять. Но как-то я когда покупал, я ну, не ожидал, что с края Metropolitan Area в ее центр только час езды. И вообще, ну, чувствуется, насколько огромен вот Dallas Metropolitan по сравнению с той же Тампой. Хотя вот население вот в Tampa Bay Area 3,5 миллиона. Здесь Dallas Metropolitan 6,5, то есть, ну, в два раза больше. Но такое чувство, что он раз в 5 больше. И машин намного больше. Вот в Тампе я на работу ездил против трафика. То есть там есть основные пути трафика, куда все едут. А если едешь на работу против трафика, то вообще кайф. А здесь получается, в какую сторону не едь, я не знаю, может я просто в каком-то таком районе живу, что я немножко севернее, еду на работу в сторону Далласа на юг. А много кто едет на север, так как там headquarters HP, Dr. Pepper, вот там много людей работают. Но как-то я вот замечаю, что на каждом светофоре надо постоять, может один, а может даже два красных света. Потому что машины просто во все стороны едут. Три полосы каждой дороги забиты. И на север, и на юг, и на запад, и на восток. Вот. Такие впечатления. С такими ценами на билеты, кто ж теперь елку за $40 возьмет?